Что делать, чтобы почувствовать самореализацию? Значит, ответ хитрый. Значит, есть самореализация, а есть самоактуализация. Это два разных процесса, которые люди смешивают и считают одним. На самом деле, что такое самореализация? Самореализация – это вот у вашего мозга есть какой-то потенциал. Там, условно говоря, вот вы научились играть на скрипке, у вас есть какой-то потенциал. Да? Вы можете с этим потенциалом стать преподавателем игры на скрипке, вы можете стать с этим потенциалом, если у вас такой потенциал у мозга, вы можете стать солистом симфонического оркестра и так далее. То есть все зависит от того, каков ваш потенциал. И если ваш потенциал в конкретной сфере, вот он такой, ну то есть вот мой потенциал в спорте, бег на дальние дистанции, пока я не был хромоногим, понимаете? Вот я прекрасно бегал, но брусья, понимаете, все это совершенно, у меня координации нету близко никакой. Спорт для меня, этот мяч для меня, вообще не могу по нему попасть. Вот пробежать 10 километров – это за милую душу. Вот мой потенциал, он в этой сфере такой. Реализовался? Я реализовался, КМС, все, ну, было когда-то. И это реализация. Но есть еще самоактуализация. Самоактуализация – это ощущение того, что вы живете осмысленной жизнью. Понимаете, это совсем не связано. Вы можете полностью самореализоваться как скрипач, как бегун, как врач, как кто угодно, 50-е, но у вас может не хватать ощущения смысла собственной жизни. Но это не самореализация, это самоактуализация. Когда вы решаете вопрос о том, как вы относитесь к себе, каковы ваши отношения с другими людьми и каковы ваши отношения с миром в целом. И вот это такая уже, по сути дела, духовная область. Ну, то есть она в смысле души, да, вашего психеи, да, вашего внутреннего мира. Внутренний мир должен быть гармоничным, и самоактуализация состоит в том, что мы преодолеваем все свои комплексы, какие-то психологические проблемы там, и так далее, научаемся быть счастливыми вне зависимости от того, насколько мы сейчас самореализовались. И это два параллельных процесса. Не смешивайте их, иначе просто будет... Все хреново будет.